Приветствую наши многоуважаемые зрители, подписчики и жители станицы Гастогаевская. Меня зовут Алексей, вы находитесь на канале «Стройгарант Анапа». Сегодняшнему вашему вниманию я хочу предоставить сразу два дома. Поехали! Итак, совсем недавно мы снимали видеообзор земельных участков, которые находятся в свободной у нас продаже. Сегодня на двух земельных участках мы сами стали возводить уже два дома общей площадью 130 квадратных метров один и общей площадью 130 квадратов другой. Один из них в декоративной штукатурке, другой из них в кирпиче. Выбор за вами. Ну что, вот они, эти два брата, первый и второй, или второй, или первый, это вы сами решите. Возведение фундамента, вывод арматуры есть, сейчас я расскажу, из чего мы строим эти дома. Фундамент выполненный из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Устанавливаются каркасы колонн из арматуры диаметром 12 мм с выпуском в цоколь. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном марки М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 12 мм, связанные между собой хомутами через каждые 250 мм. Согласитесь, это действительно надежный и прочный фундамент, который будет служить вам долгие-долгие годы. Теперь о стенах. Стены у нас выполнены из газоблока марки D500. Это плотность такая. Размер газоблоков, из которых выполнены стены по периметру дома, 625 на 250 на 240 мм. Перегородочные стены из газоблоков 625 250 на 150 мм или 625 на 250 на 200 мм. Газоблок усилен армирующей кладочной сеткой 50 на 50 мм. Следующий этап строительства – это кровля. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм, контррейка из досок 25 на 50 мм, обрешетка под металл из досок толщиной 25 на 100 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли – защита от ветра. Теперь поговорим немножко об отделке. Сначала дом утепляется плитами каменной ватой толщиной 30 мм при отделке кирпичом и 50 мм при отделке декоративной штукатуркой. А на данный момент я объясню, почему мы именно делаем видеообзор домов, которые в принципе еще как бы и нет. Фундаменты есть, а самих домов нет. Люди, которые обращаются в нашу компанию, зачастую хотят приобрести дом именно на стадии строительства. Это связано с тем, что в принципе они еще могут выбрать даже внутреннюю отделку, потому что стоимость внутренней отделки у нас уже входит в стоимость дома, но при этом вы можете самостоятельно выбрать оттенки, тона, материалы какие-то. И если, допустим, вы хотите, чтобы какой-то материал, там, условно говоря, дверь была чуть-чуть подороже, вы заплатите всего лишь вот эту вот разницу. Поэтому на данном этапе строительства это еще все возможно. Поэтому звоните, давайте вместе выбирать. Теперь о цене этих домов. Дом в декоративной штукатурке Баумит стоит 5 700 000 рублей, дом в кирпиче стоит 6 100 000 рублей на сегодняшний момент. А теперь о месторасположении вообще вот этих вот домов. Здесь до центра буквально на автомобиле может быть 3-5 минут. Рядом находится улица Советская асфальтированная, с этой стороны находится улица Пирогова асфальтированная. Дома находятся в очень зеленом, тихом, уютном месте. Приезжайте, убедитесь своими глазами. Теперь о коммуникациях. Конечно же, это электричество 15 кВт, это индивидуальный септик 8 кубов и газ. И вот о планировке. Значит, у нас получается два этажа. На первом этаже у нас кухня-гостиная. Кухонная зона у нас 14 квадратных метров. Гостиная зона у нас почти 15 квадратных метров. Соответственно, коридор почти 12 квадратных метров. Прихожая 6 квадратных метров. Спальня 13,5. Санузел 5. Терраса 20 квадратных метров. На втором этаже у нас располагается 3 спальни, 14, 14, 15 квадратных метров. И, обратите внимание, гардеробная почти 6 квадратных метров, санузел 4,5 квадратных метра и коридор почти 4 квадратных метра. Ну что, друзья, приятно было с вами снова встретиться. Меня зовут Алексей. Подписываемся на наш канал, рекомендуем нас своим друзьям, знакомым. Распространяйте это видео, ставьте жирный палец вверх, звоните вот по этому телефону, оставляйте комментарии. До новых встреч, а мы строим дома!